У звичайному житті я не работники агропромислових предприятий и организаций, а под час спартакіяди переутворилися у справжніх спортсменів. Біг, стрельба, армреслінг, підняття гір і мініфутбол – это только частка спаборництва. Клич, Кличевский район. Уже есть какие-то победы? Да, по армреслингу мужчины у нас первое место заняли. Футбол, мини-футбол. Ну, выступили, конечно, не так, как хотелось, но участие. Я из команды Круглянского района. Я участвую каждый год на этой спартакиаде. Именно я конкретно в легкоатлетическом кроссе выступала сегодня. И у нас команда хорошая, стабильная, ежегодно как бы все одни и те же люди. И немножечко подтягиваем молодежь. Тут, конечно, уже 28 команд. Тут есть команды, которые играют и выше, не выше, а первой лиги. То есть уровень высокий и надеемся, что будем играть достойно. Для проведения спаборництва задействовали все спортивные пляцовки районного центра. А вось у парк отпочинку пришли подтримать свою команду мясовые жихары. Болели, правда, за всех. Полоса пирожков оказалась нелегкой. Очень сложно, слишком много адреналина. Все, что можно сказать. Еще больше. Удовольствие больше. Ну, а результаты хорошие? Да. Хорошие. Ну, мы надеемся, что хорошие. Ну, ваш рекорд, за сколько вы смогли? 5-18. Мы пока на втором месте, наверное. По словам организаторов, задача спартакиады не рекорды и колька завоеванных медалей, а популяризация здорового ладу життя и физической активности. У таких спаборництвах не бывает тех, кто проиграл. Будем выбирать лучшего спортсмена. А как? Что он должен сделать, чтобы стать лучшим? Во-первых, он должен показать результат хороший. Чтобы он должен быть работать только в агропромышленном комплексе и участвовать минимум 5 спартакиадах наших, которые проходили. Вот это вот самое главное. Есть такие, которые прошли и 9, и 10? 9, еще и 10. Есть у нас таких много, очень. Первое место по выниках спартакиады заняла команда господаров Круглянского района, другое – Кировского. И третье место – за агропромысловцами Шкловщины. Алена Мельшанкова, Катерина Городницкая, Александр Артемьев. Новини региона.